6 апреля 1945 года. В течение 6 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск юго-восточнее и восточнее Гданьска и заняли 10 населенных пунктов. Войска фронта взяли в плен 3340 немецких солдат и офицеров и захватили 239 полевых орудий. Войска 3-го Украинского фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии более 50 населенных пунктов. За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.